В Артеме прошел патриотический фестиваль «Мы вместе», приуроченный к празднованию Дня народного единства. Масштабное событие развернулось на территории Дворца культуры угольщиков. Почетным гостем мероприятия стал губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Десятки тысяч приморцев сегодня живут здесь у нас в крае. Трудятся, работают, делают все, чтобы выковать победу здесь. Помогают и снаряжают наших бойцов. Отправляют туда различные посылки. Собирают гуманитарную помощь. Это тоже их вклад в победу. Это тоже живое воплощение лозунга «Народ и армия едины». Именно в единстве наша сила, наше могущество. Именно в единстве наша победа. С праздником, дорогие друзья! С Днем народного единства! Настоящим украшением фестиваля стал гала-концерт с участием лучших творческих коллективов города. Также во время мероприятия прозвучали видеоприветы от военнослужащих, находящихся сейчас на полигонах Приморья и готовящихся к отъезду в зону специальной военной операции. Передаю привет всем своим дорогим и близким, маме, папе, сестрам, братьям. А также отдельное спасибо губернатору за оказанную моральную поддержку, финансовую поддержку. И отдельное спасибо всем жителям города Артема, которые поддерживают нас в столь трудную минуту. На площади перед дворцом работала большая полевая кухня. В десятках павильонов представители самых разных народов готовили вкусные и необычные национальные блюда и угощали всех желающих. А многочисленные творческие площадки с песнями, танцами, мастер-классами по рукоделию работали непосредственно во Дворце культуры угольщиков Артема. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.